Слушайте, ну можно что-то выкидывать, я его. А? Там где-то вон одно есть. Я пока делаю, не руками, а до секунды буквально. Целыми. Такими. Должен быть вообще вот. Thank you.
Это защита. Очень нехорошая была около себя. Так туда направьте. Еще можно было сильнее. Он бы тогда улетел, не улетел бы. Нет. Талик Йонок взял, что ли? Что звала? Практически идеально отыгрались после бэкхенда. То есть прям как надо. Надо было отыгрывать.
разыгрывать такой. Олег хорошо закончил. Прям правильно. Оп-оп. Мало защиты, повторюсь. Ну нет, Кость, такой втыкать надо. Такой втыкать надо. Просто туда его. Там прям в краешек, я прям на него смотрел. По-моему, попал. Я не спорю, но хотелось бы в тех ситуациях, когда был аут, чтобы был аут. Не-не, он такой. Да, точно. Блин, я протыкал клёвый на ухо. Ходите дальше, поговорите. Там девочка говорит, кандидат в мастера спорта. По бадминтону. Охранник. Охранник, девочка? Ага, да, входит. Да. Мне она сказала первый взрослый. Первый взрослый? Да. Эх, а... Как она быстро растет за один этот. Ну, она в Орехово-Зуево у второго там тренера тренировалась. Ну, такой. Я думаю, что играющий, но не на вашем уровне. Сейчас тоже попадал. Не, вот это. Попадал? Да, да, да. Все, все попадало. Такой полет. Thank you.
если бы еще взяли, было бы вообще шикарно, Олег. Хорошо, прям выбили соплю. Напомните мне, что в следующий раз мы отрабатываем откидки. Хорошо, нет, я серьезно. Я серьезно. Могу забыть просто. Олег его направил. Был нормальный. Совсем расслаблены, Костя. Вообще чуть ли не к сетке подошли на прием смеша. Ну, сетки, видимо, налетело. Ну да, согласен. Как просто, шаг надо было сделать. А вы уже опять распластались стойкой. Я думал, на себя надо было.
зачем укорочено это отсюда? Пробить из центра было. Тяжело укорачивать, там прям надо тонко очень. О, нормальный удар. Никто ничего не видел. Вы расстроились, и сразу ошибались еще два. Вместо того, чтобы поиграть. А? Еще у вас нет еще? Нет, было ли? Начало. Я...